Сегодня мы с вами по-быстрому меняем карбюратор на вот такой вот китайской пиле. Как еще называют, цыганские пилы и тому подобные дешевый сегмент пил. Меняем крышку воздушного фильтра, фильтр воздушный. Откручиваем болты крепления вот этой пластиковой крышки и откручиваем свечку. Сперва я скидываю свечу, положим ее в стороночку, и шестигранничком на 4 мы выкручиваем верхний пластиковый кожух. Здесь у нас 5 болтов. Вот здесь и один здесь. Теперь просто мы его вверх поднимаем. Сторону отлаживаем, резиночку убираем, снимаем рычаг заслонки, вот, и выкручиваем карбюратор. То же самое, он на 4 шестигранником, 2 болта. Так, теперь снимаем вот эту часть. Снимаем верхний шланг, снимаем вот этот шланг, с этого шланга может брызнуть бензин, поэтому снимайте аккуратно. Вот. И снимаем рычаг управления газом. Вот он, наш старый нерабочий карбюратор. Стороночку берем новый. Надеваем сперва рычаг управления газом, потом верхний вот этот шланчик накидываем. Теперь одеваем шланг топлива подачи. Вот, берем эту крышку с болтами. Болты одеваем и попадаем здесь у нас в гайки теплоизолятора. Все, и подтягиваем. В общем, делаем теперь все то же самое, только в обратном порядке. Подтягивать надо прилично. Но, как обычно я говорю, не срывайте болты, резьбу. Поправляем кнопочку, устанавливаем дроссельный рычаг, вот он. Резинку ставим под защиту. Так, на место ставим кожу. Прикручиваем его. Чуть-чуть поправлю кнопочку, чтобы она у нас получше стояла. Вот так. И обтягиваем болты крепления кожуха. Так, последний. Свечу вкручиваем. Подтягиваем, одеваем свечной бронепровод, одеваем фильтр воздушный,
Открываем крышку. Вот и все. Карбюратор наш поменен. Сейчас пойдем заведем, послушаем данный инструмент, как работает. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт looptool.ru. Всем удачи, пока. Наш с вами китайский инструмент, на котором мы поменяли карбюратор. Теперь заведем и послушаем. Инструмент работает нормально. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, пока.